К этому заезду Wolfgang Fasching готовился целый год. Расстояние в 10 тысяч километров от Владивостока до Санкт-Петербурга он планирует проехать на велосипеде за 24 дня. Такого еще не делал никто, но австриец настроен решительно. Он уже трижды пересекал Соединенные Штаты Америки, а теперь вот решился проехать по дорогам самой большой в мире страны. Самым сложным будет для меня в дистанции то, что я буду ехать по дорогам, которые мне не знакомы, по дорогам, которые могут быть плохими. И несмотря на все это, мотивировать себя, чтобы ехать дальше. Сопровождать австрийцев в дороге будут 5 автомобилей. В группе поддержки механики, менеджеры, журналисты и врачи. Всего 15 человек. А в начале дистанции до поселка Угловое с австрийцем поедут владивостокские велосипедисты. Они помогут Вольфгангу Фашингу преодолеть пробки и проверят на себе, какой темп выдерживает спортсмен. И очень приятно. Мы все любим велосипедный спорт. Вот тем более иностранец, как бы, ну, его посмотреть, на сколько, как он планирует дальше проехать, там, с какой скоростью примерно будет идти. Ну, вообще, как себя чувствует на дороге нашей. Интересно будет на него посмотреть со стороны. Перед заездом Вольфганг Фашинг набрал воды из Японского моря. Как признался велосипедист, она будет служить ему стимулом в поездке. Глядя на нее в трудный момент, он будет помнить о своей цели. Чтобы успеть в назначенный срок, придется ехать даже ночью. На сон не более 4-6 часов в сутки. И первый большой перерыв у Вольфганга запланирован только после того, как он доедет до Хабаровска. Дарья Орлова, Павел Михайлов, «Панорама».